родители могли видеть. То есть это две камеры не стратегически важны, они не находятся внутри, на территории, внутри школы. Это две камеры на периметре, то есть для того, чтобы родители, не выходя из дома, могли увидеть, да, дошел ребенок в школу или не дошел, или вышел ребенок из школы и в какое время. То есть это просмотр в режиме онлайн на нашем сайте, на сайте компании Trinity. Родители имеют свободный доступ видеть и посмотреть, да, дошел ребенок или нет. Каким образом? Как доступ могут получать? Режим онлайн, просто заходить можно на сайт. Ну, через пароль или нет, любой? Нет, свободный. Через пароль доступ, вот, например, у директора школы есть ко всем видеокамерам. Да. То есть даже директор, руководитель школы, находясь, там, например, там, где-то на выезде, либо в командировке, либо там, например, в отпуске, ну, где-то находясь не в пределах школы, имеет возможность включить у себя в мобильном телефоне и увидеть, что на самом деле сейчас происходит в школе. Я думаю, что это можно будет распространить у нас и на департамент образования, для того, чтобы в случае необходимости вы могли тоже мониторить все эти процессы. Еще у меня вопрос такой. Сколько конкретно ваша компания собирается до конца этого года у нас, включая те школы, которые сделаны, в этом году, значит, школ оборудовать? До конца года будет 32 школы. 32 школы. Да. За два года будет все школы. Ну, чуть-чуть медленно, хотелось бы быстрее. Нам бы